Всем привет, дорогие друзья, с вами Скеритор, и это 176-й выпуск моего русского города в Майнкрафте. В принципе, после небольшой паузы я отошел, и наконец-таки начался уже второй квартал 2018 года, то есть 1 апреля. И почему в честь 1 апреля не выпустить новый выпуск города? Я знаю, что вы этого ждали, вы все-таки молодцы, дождались. И, в общем-то, вот 176-й выпуск, и в этом обновлении у нас будет, получается, жилой дом, в принципе, как всегда, и еще одно шоссе. Вот, давайте начнем жилого дома. Давненько я не снимал, я уже, наверное, разучился. Вот, находится он у станции метро Скелеторская. Вот что-то как интересно, как оригинально. Вот такая вот у нас стандартная совковая 12-этажка. Хотя это какая-то турецко-совковая 12-этажка, потому что какой-то цвет странный, песчаный. И пускай это будет турецкое какое-то здание, совмещенное с совком. Да, то есть Союзом Советских Социальных Республик, или как там, не помню, какая-то фигня. В общем-то, вот такой вот у нас выпуск города получается, после столько времени. Я думаю, что нужно лайк поставить. И что ж, факелы я решил не ставить, потому что это совково, а фонари я не ставил, потому что они огромные. В общем-то, ну, в принципе, жить можно, если зельку применять, то все будет окей. И что ж, давайте начнем, пожалуй, с квартир. Нет, давайте на какой-нибудь там верхний этаж сразу же, чтобы было элитненько. Элитненько. Пускай у нас будет рандомный этаж. Допустим, вот этот, да? Допустим, 9 или 8. Вот, у нас имеется 4 квартиры на этаже. Лестница, мусоропровод. И посмотрим квартиру. Все они одинаковые, такие вот маленькие квартиры. В принципе, у нас имеются однокомнатные. Тут у нас имеется диванчик такой вот. Тут у нас должны быть раздевалки, но они, как всегда, сломались. Спасибо Вортериту. Тут у нас телек такой вот, кофейный столик. Вот, можно смотреть телек, да. Сидеть тут, кофе попивать. Тут у нас имеется две кровати, чтобы тут траходром был. В принципе, траходром, да. Тут у нас имеется компьютерный стол. Ну, компьютер, как всегда, слетел. Спасибо Вортериту. Так, что у нас имеется? У нас имеется также балкончик такой вот, выход на балкон с такими вот изысканными видами города, да. Видами, о боже мой, сколько ошибок. Ладно, вот это растения, книжечки, чтобы почитать. Дальше у нас имеется ванна. Вот такая вот душевая кабинка, туалет и окно, чтобы все было душевно. Чтобы все было душевно. Имеется, конечно же, кухня такая вот стандартная. Да, вообще такая у нас получается кухня. И, в принципе, давайте-ка идем уже к следующему обновлению. Ну, в общем-то, вот мы находимся у следующего обновления. Как вы помните, тут у меня заканчивалась дорога у этого высотного здания. Вот, где еще железная дорога проходит, только тут. Теперь появился шоссе. Да, в общем-то, такое шоссе, которое идет в нашу Европу, которая была в 175-м выпуске, в общем-то, в нашу Испанию, так сказать. Вот, такое вот у нас получается шоссе. Вот, немножко похожее на ЗСД. Вот, я его недавно достроил полностью, еще на стриме. Вот. И если вы хотите, кстати, чтобы побыстрее вышел новый выпуск, то ставьте лайки, давайте 1000 лайков наберем, и выпуск выйдет, возможно, даже летом, если повезет, либо раньше, посмотрим. Давайте 1000 лайков, вы сможете. В общем, тут у нас был аэродром, и под аэродром проходит такая вот дорога теперь, да. Вот, ну ничего особенного, в принципе, вот дорога идет прямо. Наконец-таки я, кстати, построил полноценное шоссе, я его должен был давно еще построить, но вот только вот сейчас открытие, так сказать, у нас происходит. Вот, ну, получается, да, такая длинная дорога. И да, ребята, вот, выпуск выйдет, возможно, летом. Если 1000 лайков наберется, то я его выпущу летом. Если 1500 лайков наберется, то я выпущу весной. Возможно, даже в мае. Вот, так что давайте ставим лайки, набираем. Чем больше лайков, чем быстрее выйдет видео. Да, по городу причем. Тут у нас такой вот мост имеется. Вот, у нас железнодорожный мост, а тут у нас автомобильный мост. Вот, шоссе такое вот. Ну да, стандартные, в принципе. К сожалению, шейдеров нет, потому что компустер не тянет. Вот у нас маяк, кстати, когда-то еще был. Ну и получается, у нас уже эта река насыщена, имеется два моста и маяк. Вот, шоссе снова идет прямо через густые леса. Ну, смотрите, какое оно длинное получилось. Вот, реально было потно его строить, реально. Ну, наконец-таки, открытие, да, ребята, открытие. И, в общем-то, вот мы едем прямо. И 1000 раз еще раз прямо. Вот, не забываем ставить лайк, да, если вы этого не сделали. Это же целый выпуск города, вот представляете, да, вы ждали сколько? Где-то 9 месяцев. Нет, стоп, не 9 месяцев, где-то 6 месяцев вы ждали выпуск. Вот, и вот он перед вами, наконец-таки вы дождались. В общем-то, тут дорога сужается. И вот мы находимся уже в Европе, в таком вот европейском уютном городе. И, в принципе, на этот выпуск все. Давайте, ребят, следующий выпуск выйдет, возможно, в мае, если 1500 лайков. Если 1000 лайков, летом. Если меньше 1000 лайков, то где-то осенью. Так что давайте, ставьте лайки.
И что ж, всем удачи, всем пока.